вход в пещеру.
Кто ты? Геральт, ведьмак, друг. Это мы еще посмотрим. А я с кем имею честь разговаривать? Лойза, я говорю от имени дровосеков. Я бы хотел поговорить. Продолжай. У вас есть работа для ведьмака? Несмотря на все опасности, мы справляемся. И звери оставили нас в покое. Значит, ничего? Ну, может быть, работа для того, кто умеет рисковать? Слушаю тебя внимательно. Сейчас на болоте должно цвести растение двустрел. Это редкое растение, и у него как раз начинается период цветения. Я так понимаю, это ценное растение. Само растение не особо, а вот наркотики, которые из него делают. Если сможешь собрать цветы на болоте, мы оба подзаработаем. Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами, а прибыль мы поделим пополам? Ты не знаешь, как выглядит двустрел и кому его можно продать, а я знаю. Ладно, поиграю в травника. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту. Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Может, у них со зрением получше, чем у тебя? Ладно, отнесу эти цветы паромщику, как только их найду.
Похоже, это здание обрушилось само по себе. А вот это не лучшее место для подобных строений. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь.
Сначала захватим Лызиму, а затем весь мир. Чего ты ищешь здесь, человек? Ты меня раздражаешь. Что ты имеешь в виду? Некоторые из наших великих героев отдали свои жизни в борьбе против людей много столетий назад, когда ваш род только пришел в эти земли. И это повторилось в новое время, когда мы опять поняли, что не можем терпеть тиранию людей. Кровь за древнюю кровь. Ты видел цветы Фенуэд? Тебе они кажутся просто растением. Ты не сможешь найти Фенуэд, потому что не отличишь его от других растений. Я не помню истории эльфов. Расскажи мне про Фианевет. С чего бы мне это делать? Ну ладно, я давно ношу с собой эту книгу, но мне она больше не нужна. Возьми ее, прочти, и ты узнаешь, о чем я говорю. Сомневаюсь, что ты поймешь ее смысл, но я и так собиралась бросить ее в болотах, так что все равно. Спасибо, я прочту ее. Некоторые из наших великих героев отдали свои жизни в борьбе против кровь за... Ты ослеплен ненавистью. Я собрал Фианевет. Покажи мне, что ты собрал. Думаю, что ты меня повеселишь. Что это? Чего ты... Что ты имеешь в виду? Не... Ты ослеплен... Покажи...
Что это? Что ты? Некоро. Если этот разговор меня... Что? Некоро. Если... Покажи. Что это? Чего? Что ты? Некоро. Если... Что ты? Некоторая кровь. Если бы... Покажи. Что это? Что? Не кровь. Если бы... Покажи. Что это? Ухожу отсюда. В Изиме я жил в гетто и платил налог, как нелюдь. А тут мне никто не указывает, что Какое-то волнение на воде.
Чем? Я пришел по объявлению. Наконец-то! Достал шкуры? Да. Вот 10 волчьих шкур. О боги! Отлично! Титул королевского егермейстера у меня в кармане! А если нет, я всегда могу стать наемником. Прощай. Что? Лойза передает привет. Я принес твои травы. Наконец-то! Я уж и не надеялся. Вот, 5 соцветий двустрела, как и договаривались. 400 аренов, и передавай мои наилучшие пожелания Лойзе. Конечно. Что? Куда можешь меня... Куда можешь... Ваш... Перевед... Гот... Да. До свидания. Меня прислал Милздарь Марлоу. В чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Он хочет, чтобы ты отправился к нему домой как можно скорее. Спасибо за информацию. Я в такие игры не играю. Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да? Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? 200 аренов. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк Лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой, как и мои информаторы. Уверяю, это необходимые расходы. Вот тебе 200 оринов. Перейдем к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьемся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Но мне кажется, что... Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно. Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие. Тогда мы узнаем причину смерти. Хм. Ты за мной шпионишь. Это моя работа. Бывай. Да, элементарно. Вскрытие — это обязательно?
Без него мы не сможем двигаться дальше. Бывай. Ты странный. Здравствуйте, добрый господин. Приветствую. Кто ты? Чищу обувь. К вашим услугам. Если нужно стереть эту гадость с сапог, всего 2 арена. В первый раз в Изиме. Можно сказать и так. Расскажи мне про город. У нас тут есть серьезные проблемы. Из-за чумы ввели карантин. Леса и болота кишат белками, которые сражаются с орденом. Монстры плодятся сотнями. А мы, в свою очередь, боремся с обыкновенными и не слишком обыкновенными бандитами. В общем, как пел один бард: «Вы зима, как горящий бордель!» Я ведьмак, и мне нужна работа. И работу ты себе найдешь без проблем. Спроси у купцов. Еще я слышал, на кладбище что-то не так. А в канализации, судя по всему, ты уже был. Спасибо за работу и за новости. Проклятие! Нужно сделать вскрытие. Что? Это же противозаконно. Это необходимо. Когда мы сможем поговорить? Приходи ко мне вечером. До встречи. Пациентов своим прощением и избави их. Thank you.
Да? У меня есть проблема. Да? Я хочу, чтобы ты помогла мне со вскрытием. Вскрытие? Когда это ты стал заниматься вскрытиями? С тех пор, как занялся саламандрами. Мне надо узнать, как он умер. Ладно, только помни, я не коронер. Тебе придется интерпретировать все, что мы найдем. Чем лучше подготовишься, тем больше узнаешь. Встретимся вечером. А ты пока осмотрись и собери информацию. Да, я посмотрю, что к чему. Тебе нужно будет забрать тело у могильщика. Удачи тебе в поисках улик. Встретимся в лечебнице вечером. Есть мысли, как раздобыть информацию, которая нам пригодится при вскрытии? Спроси Винсента Мейса. Может, он расскажет тебе, что интересное. Но лучше всего, конечно, книги. Найди книги по анатомии и патологоанатомии. До встречи! В квартале нелюдей. Как говаривал маршал Араупенек. Убил трех чудовищ и представил доказательства. Верно. Ты получишь особую награду. Этот рунный камень. Он тебе пригодится. Может, город скоро объявит новые награды. Ты когда-нибудь делал вскрытие? А зачем? Если дырка от ножа в животе, значит банда. Если голова оторвана, значит, оборотень или еще какая хрень. Если язык черный и судороги, значит, яд. В первом случае мы прижимаем могилу. Во втором передаем дело ордену или ведьмаку. В третьем...
90% вероятности, что это сделала жена убитого. Вскрытие – пустая трата времени. Это дерьмо как. В чем дело? Могу я купить? Нет. Только для рыцаря. Пока. Геральт, я пришел по... Я так и знал, что тебя это заинтересует. У тебя есть доказательства, что ты убил 10 плавунов? Да, вот их языки. Погоди, мне нужно это записать. 10 плавунов. Отлично. Вот твое золото. Нет. Пока. Приходи позже.